Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое классное видео. Мы сегодня вместе с Димой, наконец-то, находимся в охренительном зале DAX. Ссылки на которые есть в описании, вы сможете записаться на любую тренировку, на которую вам удобно. Это будут батуты, либо воркаут, либо паркур. Сегодня мы здесь для того, чтобы снять бомбический видеоролик, который мне передали ПКФР. Челлендж называется «От А до Я». Мы сегодня исполняем паркур-трюки с первой буквы до последней. Как вы понимаете, на такие буквы, как краткое «Ё», краткое «И» и «Ю» элементов нет, поэтому делать мы их не будем. Если вы смотрели видео от ПКФР, то вы могли заметить, что там парни пытались сделать больше акробатических элементов, то есть фриран. В нашем же видео мы пробуем сделать больше паркур элементов, то есть паркур. Вы же понимаете, что не на каждую букву есть элемент. На некоторые из букв данного нашего вот алфавита есть по несколько элементов. Для того, чтобы компенсировать недостаток этих трюков, мы на одну букву, на которую найдем парочку элементов, будем исполнять 2, 3 или 4 элемента. Первая буква у нас это А. Сейчас мы скинемся на юзефак, кто из нас делает первым трюк на данную букву. Арабская сальто. Паркур, паркур. Теперь я делаю на букву Б. Этот элемент называется баттерфляй. Буду пробовать его впервые. Бабочка. Криво-косо, но для первого раза, мне кажется, достойно, нормально и хорошо. Третья буква алфавита, буква В, элемент Вебстер. Следующая у нас буква это Г, но поскольку я не умею делать гейнера, это единственный элемент с такой буквой, и будет его делать Дима тоже. Так как я делал буквочку Г вместо Алекса, то сейчас Алекс будет делать две буквочки вместо меня. А первая буква это Д, а твой элемент будет Дэш. На букву Е мы элементы найти никак не можем. На букву Д сделаем еще один элемент, называется он Dive Roll. Работяги, нам очень стыдно. Нам стыдно. Мы не знаем элементы на буквы Е, Ё, Ж. Нам стыдно. Если вы знаете элементы на эти буквы, напишите их в комментарии. Мы их почитаем, пролайкаем. Ну а пока мы сделаем те элементы, которые мы знаем. Следующая буква у нас З. Какой у нас элемент на букву З? Что у тебя в голове? Заднее сальто. А, да. Сейчас мы будем делать заднее сальто на букву З. Мы только что полчаса сидели и думали, какой же элемент может быть на букву И. English 360, потому что English просто очень-очень прост. Также на букву И у нас элемента нет, поэтому следующим у нас идет буква К, Л и М. На букву К у нас Cat, Kong, Cash. Третий элемент Cash. Следующая буква L, следующий элемент Latch Vacuum. Почему мы не делаем Latch Gainer и почему мы не делаем Lazy? Потому что Latch Gainer это акробатика, мы стараемся бить по паркур элементам, а Lazy слишком просто. Следующая буква M, это значит, что я делаю манки, а Дима делает манки в передние. Буду делать манки передние, буду делать как пушка с матиком. Ребятки, также, если вы не подписаны на наши инстаграмы, то ссылки есть на них в описании. Там мы выставляем посты, и заранее ребята из инсты знали уже, что будет вот такой вот улетный видеоролик. Но есть еще одна охренительная новость. У меня появился ТикТок. Ссылка на него есть в описании. Вы можете перейти и посмотреть всякие прикольные, веселые видеоролики. Вот интересную музычку. Также на букву N и на букву O мы не можем придумать и найти никаких элементов по паркуру. У акробатики есть, но как бы у нас видос по ПКшке. Так что следующая у нас буква P. Передняя сальто. Батя идет к стене делать палм-флип.
Следующая буква R. Я делаю реверс, Димас делает ролл 360. Думаем, что покатит на букву S. Я предлагаю спид. Также я знаю стрекосад, но я не знаю, умеем ли мы его. Ты умеешь? А я нет. Ребятки, на букву S мы элемент думали очень долго, потому что не хотелось делать что-то простое. Но поскольку очень сильно Дима устал, а я сальтухи практически не делаю, со стрекосатом пришлось повременить. Поэтому я сейчас делаю спид. Если вы знаете элементы на те буквы, на которые мы не сделали элемент, пишите их в комментариях обязательно. Мы хотим почитать, научиться чему-то новому. Вы нам в этом сможете помочь. Следующий элемент у нас на букву T. Тик-так, тик-так. Следующий элемент у нас уголок переднем на букву У. Буду делать его я, потому что растяжка у меня немножко лучше. Но сейчас из-за того, что у меня ужасная крепатура, поскольку я треню третий день подряд и восстанавливаюсь, я не знаю, как у меня получится сделать переднее в воздухе вот так. Но будем пробовать. Очень криво, но все же я считаю, что можно засчитать нам этот элемент, потому что из последних сил делал. Мы тут уже 4 часа, я устал, я иду домой. А перед этим у нас буква F, и это фейковый шаг на боковом сальто. Поскольку я держу Диму в плену, у него еще один элемент на букву С. Этот элемент называется циферблат, по-пиндоски. Он называется водокаскас, но у нас русский алфавит. Наши братаны из ПКФР на букву Х сделали трюк, который у них хуже всего получается. Мы же сделаем трюк, который получается хуже всего у нас. Я, например, хотел бы сделать переднее с колен. Что у тебя хуже всего получается? Ролл-бомб. Ролл-бомб? Давай. Сейчас будет элемент на букву Ч. Часик. У меня тут есть подсказка, мне мой друг написал. Тут написано, мне сказали, то есть написано, Дима, читай. Ша, Ч, мягкий знак. Краткое И, твердый знак. Ю, Я. Ты знаешь элементы на эти буквы? Ни одного. Но, может быть, ты знаешь? Что ж, ребятки, это был паркур алфавит. Надеюсь, вам понравился данный видосик. И если это так, то не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на мой канал, чтобы красная кнопочка стала серой. А также не забывайте подписываться на инстаграм Димы, потому что у него там просто охренительный контент. Огромное всем спасибо за данный просмотр. Ссылки на данный зал будут в описании. Вы сможете записаться на тренировочку, прийти в этот зал и потренироваться. Также вы можете встретить нас в этом зале, потому что занимаемся мы здесь довольно-таки часто. С вами был Алекс, Дима. Всем удачи, всем пока!